Азиатская слониха Андал с упоением играет на губной гармонике на глазах у жителей индийской деревни Тхикампати. Она храмовый слон и умеет еще многое. Смотритель Андал считает, что ей все это просто нравится, ведь слониху почти ничему не обучали. Она сама выполняет все ритуалы. Если дать ей банан, то она очистит его. Ей очень нравится мороженое. Она похожа на ребенка. Хотя она большая, но ведет себя как пятилетний ребенок. На самом деле слонихе уже 16 лет. В эту деревню она пришла, чтобы пожить в так называемом санатории для слонов. Здесь животных обследуют и проводят для них оздоровительные процедуры. Ну а в свободное время слоны показывают свои умения. В этом лагере есть слоны, обученные разным искусствам. А вот один любит играть на губной гармонике. Это так удивительно, мы рады на это посмотреть. В санатории собрались 32 храмовых слона со всего штата Тамилнад. Здесь им оказывают не только медицинскую помощь, но и кормят полезными продуктами. В Индии проживает 27 тысяч азиатских слонов, более половины всей популяции этого вида. В индуистской религии слоны считаются священными. Их держат при храмах, чтобы они участвовали в религиозных церемониях и празднествах. Вопрос,